Всем привет, друзья! С вами Вадим 2К Хаус. И я хочу анонсировать мини-турнир по Футман Варсу, который мы проведем завтра. Это тестовая такая тема, то есть мы тестируем вообще, в принципе, количество людей, которые придут, да и, в принципе, формат, как нам лучше это дело проводить. Так что призов, по крайней мере, материальных никаких не обещаю, но, тем не менее, это будет самый массовый турнир, я уверен, по Футман Варсу, который, в принципе, проходит в русскоязычном сегменте, да и когда-либо проходил, наверное. Так что присоединяйтесь. Будет турнир в комнате Киберарена TV Room. Это в Warcraft 3 RPG лиги. И вторая комната сверху. Может прийти абсолютно любой желающий. Регистрироваться не надо. То есть там будет список хостов, к которым вы можете присоединиться. И потом эти хосты у нас сидят в одной конфе в скайпе. Они передадут победителей. Троих победителей. То есть будем играть до трех победителей, а не до одного, естественно. Ну, либо до двух, там в зависимости от количества людей. У нас вроде как все продумано. Так что заходите завтра. В субботу в 16:00 по московскому времени решили сделать пораньше, чтобы восточные регионы России успели поиграть более-менее нормально. Вот, так что заходите, я буду стримить, по крайней мере, первый тур. И я расскажу прямо онлайн на стриме, кому заходить, кто хост, ну, у меня зрители адекватные, лишних хостов, я уверен, практически не будет. То есть только вот наши сертифицированные хосты. Так что заходите на стрим, все в лайве вам расскажу прямо во время этого дела. Ну, первый тур я точно буду стримить, дальше там по возможности, если вылечу, то, к сожалению, в футах не предусмотрены апсы и буду уже после стрима или там в конце стрима прокомментирую реплейки. Так что заходите. До новых встреч в следующих видео, ну а также на завтрашнем турнире.